ходе совместно оперативных розыскных мероприятий Савиных был обнаружен в одном из гаражей города Кирова и освобожден живым. Состояние у него удовлетворительное. В настоящее время по факту похищения Савиных Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено отделу по расследованию особо важных дел. Также в настоящее время задержан подозреваемый.